Владикавказская «Алания» вышла в финал Кубка России по футболу и обеспечила себе участие в Лиге Европы, втором по значимости первенстве континента. В полуфинальном поединке «Алания» встречалась на выезде с Ростовом. Матч был небогат на голевые моменты, но выдался напряженным. Команды играли с полной самоотдачей. Основное время закончилось в ничью 0-0. Два дополнительных тайма по 15 минут победителя также не выявили. В итоге судьба матча решилась в серии пенальти. Обе команды реализовали по 5 стартовых ударов, а первый же промах в серии на выбывание лишил ростовчан победы. Голкипер «Алании» Дмитрий Хомич, отразив удар с 11-метровой отметки, вывел команду в финал. В другом полуфинальном поединке исход встречи решился также в серии послематчевых ударов. Бывший клуб президента «Алании» Валерия Газаева ЦСКА оказался сильнее московского «Спартака». По регламенту участие в финальном матче Кубка команды, забронировавшей себе место в Лиге чемпионов, позволит второму финалисту выступить в другом европейском турнире – Лиге Европы. Таким образом, осенью владикавказская «Алания» представит Россию на континентальном первенстве. Это без преувеличения историческое событие для владикавказской команды.